5 апреля в городском поселении Малаховка состоялся турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения на призы администрации Малаховки. В турнире принимали участие борцы городского округа Электрогорск. Загорядский Кирилл в весовой категории 35 кг занял 3-е место. С 1 марта в спорткомплексе «Сокол» в полуфинале открытого турнира по мини-футболу на кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина встретились команды «Филимонова» и «Вымпел». Встреча закончилась со счетом 5-2 в пользу команды «Вымпел». А 5 апреля в «Соколе» состоялись финальные игры открытого турнира по мини-футболу. Открытый турнир по мини-футболу на кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина подходит к концу. Сегодня нас ожидает торжественное закрытие. Ну а прямо сейчас финальные игры турнира. В матче за 3-е место встретились команды «Филимонова» – «Знамя». Со счетом 3-2 победу одержала команда «Филимонова». А в матче за первое место электрогорская команда «Вымпел» встретилась с московской паралимпийской командой «Якорек». Игра закончилась со счетом 4-2 в пользу команды «Вымпел». Игроки «Вымпела» вновь завоевали победу и оставили кубок Алексея Чесмина в родном городе. Как вы оценивали соперников, которые попадались на протяжении турнира? Каждому сопернику мы подходили очень строго и знали то, что слабых соперников здесь нету. А, как говорится, выигрывает сильнейший, везет сильнейшему. Перед награждением победителей турнира выступили девчонки секции по черлидингу «Дельфа». Далее с приветственным словом обратился глава города Игорь Красавин. Мы хотели бы сказать, вообще, конечно, наши «Вымпел» красавчики. Настолько красивые сегодня на команде. Мы все ребята вас поздравляем. Ну и, конечно, я хотел бы от всех наших спортсменов, от ветеранов наших, поблагодарить Алексея Чесмина за тот подарок, который он сделал нашему городу, за организацию этого праздника. Все, кто принимали, вложили сюда душу, средства, внимание для наших спортсменов. Я хотел бы Алексея и команду «Якорек» поблагодарить наших спортсменов замечательных. Многие из вас великие спортсмены за то, что вы нашли время, приехали в наш город, поучаствовали и уделили нам огромное внимание. Слова благодарности сказал паралимпийский чемпион Алексей Чесмин. И добавил. Я надеюсь, что таких турниров, как этот, будет очень много. Я надеюсь, что спортивное будущее у города Электрогорска света. Мы будем над этим работать. Мы над этим работаем. Спасибо вам большое. Турнир считаю закрытым. Множество грамот, благодарностей и кубков было вручено в этот день участникам и организаторам турнира. В открытом турнире по мини-футболу на кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина 3-е место заняла команда «Филимонова». 2-е место – паралимпийская московская команда «Якорек». И призерами турнира второй год подряд стала наша электрогорская футбольная команда «Вымпел». Мы еще раз поздравляем наших победителей. Мы гордимся вами и желаем еще больше побед.